Некоторые родители, ученики и выпускники юридического лицея вышли на митинг в защиту директора учебного заведения. Ранее Александр Шиян заявил, что покидает этот пост, а все из-за скандала. Несколько родителей рассказали, что в столовой их детям подают некачественную еду, и двое лицеистов отравились. Также они обвинили руководство учебного заведения в коррупции, в психологическом давлении на детей, в том, что главу родительского комитета ударила замдиректора, а один из учеников продает наркотики в учебном заведении, на что руководство лицея никак не обращает внимания. Те же родители и ученики, которые встали на защиту директора, как и сам Александр Шиян, заявляют, что все эти обвинения – это клевета. Это все выдумки по поводу особенно наркотиков. Это вообще бред. Это как бы... Мы учимся, дочка учится 3 года здесь, сын 2 года. У нас такого не было. Как бы это вообще, уму непостижимо. Отношение к ученикам со стороны учителей, преподавателей очень благоприятно для того, чтобы мы учились действительно, чтобы у нас были какие-то знания. Потому что, когда я училась в школе, на самом деле я не училась. У меня были оценки не выше 7 баллов, а когда я поступила в юридический лицей, я действительно начала получать знания, потому что учителя делают для этого все. Мой взгляд на эту ситуацию, что в первую очередь это клевета насчет лицея, но в вторую очередь это просто столовка, это повод для того, чтобы раздуть подальше дальнейший скандал. И я считаю, что это все клевета на лицей, на покушение на его имидж.